И это, ну, как бы это наша внутренняя задача. Перестать быть человеком, который лежит. Значит, надо вставать, использовать ресурсы, которые у тебя есть, делать шаги. И после того, как вы получаете осознание, что вы можете менять, вы можете создавать, вы можете конструировать собственную жизнь, вы можете добиваться тех результатов, пусть они вас не так, ну, как бы не манят прямо вот со страшной силой. Ну, то есть вот совершенно не обязательно, вот есть вот это ожидание, что что-то такое будет прекрасное в моей жизни появится, я захочу и побегу за этим. Да не будет так, потому что когда бежать, все равно начинаешь задыхаться, потеешь, ноги болят и так далее. Любое движение к мечте будет сопряжено с дискомфортом.